Наша страна заинтересована в поддержании Соединенными Штатами полноценного сотрудничества. Мы, в общем-то, от этой позиции никогда не отходили, даже в самые худшие времена наших отношений. И в эти же сложные времена, даже в них, белорусско-американские отношения не прекращались. Взаимодействовали мы всегда по вопросам обеспечения глобальной и региональной безопасности, что очень актуально сегодня, предотвращение незаконного транзита ядерных материалов. Мы очень ценим поддержку наших инициатив в Организации Объединенных Наций, готовность штатов содействовать присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Я полагаю, что нам надо строить отношения с Соединенными Штатами Америки и штатом с Беларусью не посредством массовой информации, а непосредственно изучая обстановку в странах и делать из этого соответствующие выводы. Я бы вас попросил, чтобы вы свои замечания нам высказали. Мы не любим, когда нас толкают в спину. Мы никогда не согласимся с тем, когда нам навязывают силой какую-то волю. Но мы хорошие ученики. Если вы нам предложите варианты, которые будут продвигать нашу страну к суверенитету, большей независимости, если вы нам предложите варианты, которые будут улучшать жизнь белорусского народа, мы будем вам очень благодарны, и мы немедленно возьмем их на вооружение.